Анастасия Прогурзина, здравствуйте! Со среды на четверг на большей территории Черноземья ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются ливни с грозами. В конце рабочей недели погоду стабилизирует антициклон Запада. В среду, 7 августа, в Старом Осколе пасмурно. Небольшой дождь. Днем 25-27 со знаком плюс, вечером плюс 19. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Давление в норме 743-744 миллиметра ртутного столба.